Всем привет! С вами проект Креатив ТВ Продакшн, и я хочу вначале сказать то, что вообще сегодня не только новое видео, но и день рождения моего второго YouTube канала под названием Креатив ТВ. Этот канал был создан в 2015 году, вы знаете по какой причине. И уже сегодня 2017 год, и у меня такая будет просьба. Вообще многое изменилось. Новые проекты вышли на этом канале. О играх, о сериалах. О сериалах. Что там еще? На трейлерах. О кино передач, которая сейчас заморожена временно. Вот. Что еще? Ну, другие прикольные видосики. Много чего, короче, изменилось. Ну и хочу я попросить вас, чтобы набралось больше 100 подписчиков. И если вот наберется больше 100 подписчиков и выйдет мега крутое видео. А какое, и чтобы оно быстрее вышло, узнаете после где-то. Ну, короче, если вот наберется 100 подписчиков, то оно выйдет. Так что, друзья, действуйте. А мы начинаем. Кухня. Последняя битва. Жанр комедийный, режиссер Антон Федотов, кинокомпания Фонд Кино, Yellow, Black and White, Forever Films, STS. Длительность фильма 110 минут. Слоган фильма «Вкусная комедия». Кухня. Последняя битва. Российский комедийный художественный кинофильм режиссера Антона Федотова. Продолжение шестого сезона телесериала «Кухня». Премьера фильма в России состоялась 20 апреля 2017 года в кинотеатрах. По просьбе президента России Виктор Баринов со своей командой отправляется в Сочи на мировой чемпионат среди поваров. Как оказалось, помочь ему предстоит его сыну, о котором Виктор узнает накануне чемпионата. Ну, в принципе, ты кино хорошее, можно посмотреть. Мне как бы нечего сказать, нечего добавить, нечего говорить по поводу этого. Ну, кухня не меняется, все так же по пятибалльной шкале на 5. Ладно, в общем-то все, подписывайтесь на канал, в группу тоже вступайте, ведь обновления там каждый день. Всем хорошего настроения, короче, пока. Друзья, а теперь, внимание, новость. Кто хочет поучаствовать во флешмобе? Короче, кто слушал песню «Ямайка», «Поцелуй прямо в сердце» и «Время»? Короче, там есть исполнитель, его зовут Павел Воробьев. Ну там не только он поет, еще поет Павел Радонец и Денис Гуч. Но не суть, короче, Павел именно Воробьев. И у него есть образ «Вахбет Обедов», который песни «Приора цвета патиссона», «Капитальный красавчик», «Шаурма» и так далее. В общем, первое. Нужно снять видос на 20 секунд где-то, где играет песня Вахбета Обеда в гостях Галустяну. Желательно припев. Второе. Выложить в Инстаграм с хэштегом «в гостях», нижнее подчеркивание, Галустяну. И третье. Добавить подпись типа «Миша услышит» и ссылку на его страницу, чтобы видос у него высветился. Ну, я, короче, уже снял. Ну, в общем, все, подписывайтесь везде, ищите меня везде, ставьте везде лайки, репосты. Участвуйте во флешмобе. Короче, все, пока. Это специально для Михаила Галустяна, пусть Миша услышит.
Это флешмоб, и я его передаю всем. Пусть Миша услышит. Хочу напроситься в гостях Арусяну, выпить с ним чачи и покурить кальяну, посидеть по-братски, поболтать на балконе, как ехали в Сочи в одном вагоне. Хочу напроситься в гостях Арусяну, выпить с ним чачи и покурить кальяну, посидеть по-братски, поболтать на балконе, как ехали в Сочи в одном вагоне.